Переехали за город мои ожидания. Вся в сарафане, лежу на диване. Грибы и лукошка до пояса косы. Печка и кошка, жду мужа с покоса. Зеленая елка, душистая липа. Реальность поселок городского типа. Здесь воют волки, ходят до ветра, а до пятерки 3 километра. Здесь перманенты и маникюры. Делает мент, нам зовут дядя Юра. Спа и массажи, это все в бане. У конюха Саши, если не пьяный. По пятницам драка у нас и полиция. Не хочешь, а надо, уважаем традиции. На рай, если честно, тут не похоже. Но воздух здесь чистый и люди хорошие.